Привет, друзья! Сегодня у нас рубрика «Распаковка». Ко мне приехала вот такая вот штука. Не знаю, может, уже кто-то видел в интернете, может, кто-то нет. Но, судя по картинке на коробочке, это стрелковый таймер от компании Shooters Global. Сделана эта штука в Украине. Давайте ее распакуем, посмотрим, что она может. Кстати, упаковка меня и впечатлила настолько, что я решил записать ролик по этому поводу. Потому что многие товары, которые находятся на нашем рынке, не имеют такой классной упаковки. Особенно учитывая, что это сделано в Украине. Ну, девайс выглядит как достаточно прикольно в плане даже упаковки. То есть это как дорогие часы. При этом это упаковка из вторичного карбона. Ну что, открываем. Вау. Сразу видим шнурочек для таймера с логотипом. Слушайте, очень классно упаковано, мне вообще очень сразу нравится. Дополнительно здесь есть, кстати, штрих-код, я потом попробую посмотреть, что это такое. Я специально не смотрел обзоры на эту штуку. Это штрих-код, судя по всему, для приложения. Короткая инструкция на украинском языке. Достаточно очень удобно. Гарантийный купон. Сделано это все в Запорожье, улица Артема, 31. Так, гарантия. Один год. Гарантия на английском языке. Судя по всему, ребята собираются выходить на иностранный рынок также. Дальше у нас тут в комплекте. Вот так высыпаем шнурочек. Слушайте, все очень аккуратно сложено. Ну и, собственно, сам говоря, таймер и база. Ну и в коробке остался вот такой поролончик. Отставляем это все в сторону. Кстати, очень удобно хранить будет таймер, если куда-то переезжать. Так, таймер у меня в руках. Насколько я знаю, это база крепления, которая сделана из алюминия. Она же является и базой для зарядки. Зарядка, соответственно, беспроводная. Чем особенность данного таймера? Так, он включился. Очень достаточно большой экран. Кстати, быстро загружается. Экран у него 400 на 240 пикселей. Слушайте, яркость такая. Ну, тут светло, но достаточно хорошо видно, хорошая читаемость. Я специально возьму до объектива камеры сантиметров 30, и, как видите, вы можете прочитать все достаточно эффективно. Так, у таймера встроенная память на 1000 выстрелов, достаточно автономная батарея, мы потом узнаем сколько. У него есть акселерометр, то есть смотрите, я его переворачиваю, он сам переворачивается. Акселерометр работает хорошо. Такой таймер использует Янченко Станислав, Коля Микулич. И в чем его особенность и классность? Он работает с мелкашкой, причем он фиксирует выстрелы даже с глушителем. Он работает с страйкбольными пистолетами. Чувствительность настолько высокая, что он, в принципе, обрабатывает холостой спуск у пистолета Glock. Мы проверяли. Поэтому я его именно и купил. Да, он стоит не дешево, дороже, скажем так, чем стандартные таймеры, которые вы привыкли видеть. Но функционал этой штуки намного больше. Более того, к нему есть приложение на Android, на iPhone. Насколько я знаю, пока что только приложение на iPhone позволяет синхронизировать при видеозаписи и вводить на видео ваше время стрельбы. Мы потом немножко рассмотрим это дело. Более того, я думаю, мы его потестим. Я выложу отдельным роликом об использовании этой штуки. Что еще у него есть такого хорошего? Кстати, что мне нравится очень сильно, он на украинском языке. Вот раз мы зашли в язык, ну, очень интуитивное меню. Языки. Английский. Русский. Украинский. Пока три языка. Ну, уже очень неплохо. Информация. Версия ПО 3.0.9. Мне, кстати, говорили ребята, что достаточно его постоянно обновляют, поэтому, если есть какие-то пожелания, что-то можно получить.
Слушайте, ну очень неплохой. И мне нравится, что он работает так достаточно, достаточно неплохо. Выходим из настроек. Так. Вот, здесь есть меню. Главное — стрельба, охолощение, история, настройки. Ну, можем попробовать посмотреть. Стрельба, старт, страйкбол. Что у нас тут еще есть? Вот смотрите, страйкбол 6 мм, пистолет 22, ЛР-карабин 22, травмат. Ну, достаточно предустановок много. Ну, как бы я даже не знаю тут, на любой вкус. Вот задержка пошла, достаточно большая. Звук достаточно неплохой. Ну и кнопки такие прорезиненные, тугие. Кстати, данный таймер, он противоударный, влагозащищенный. И цена его на рынке сегодня 150 долларов. В принципе, достаточно хорошая. Мне уже нравится. Попробуем, что он еще. Вот здесь есть такой пункт холощения. О, у него есть, в принципе, все настройки для холощения, повторы, прерывание. Отлично. Я думаю, что я с ним начну тренироваться. Посмотрим, как он работает. Спасибо вам за просмотр. Мне очень приятно, что у меня один из первых этих таймеров в Украине. Блин, акселерометр хорошо работает. И быстро поворачивается экран, действительно хорошо видно. Спасибо ребятам, что делают такие классные штуки. Ждите наших новых видео. Вам хорошего дня. Ставим лайки, подписываемся. Будут вопросы, комментируйте. Буду рад ответить.